куда он бежит? Пиздец, да, на меня катилось. Во-во! Бля! Бля! Стоит на кадастровом учете, то собственник жилого дома должен обратиться в администрацию, там опять же надо смотреть какой порядок. Блять, ты хлеб не видишь, какой горит, блядь, идиоты, блядь, с ребенком просто под машину, блядь. Приобрести эту семью. Банковскую карту, кошелек и мобильный телефон. Говорим, что скидка действует на любую госпошлину. Так, например, за восстановление российского паспорта.
пизда, ничего. Слушай, здесь ребенок вообще один идет маленький по дороге. Надо ее бы это взять. Да вот, этот мужик остановился. Мамаша, блядь, бошку оторвать. Да короче, посреди дороги маленькая идет. Thank you.